24 сентября в КФУ состоялось очередное заседание ректората. Оно началось с приятной церемонии вручения дипломов и памятных подарков выпускникам КФУ, чемпионам Олимпиады в Лондоне Юлии Зариповой и Алексею Обмочаеву. Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, потому что на самом деле, если бы не мы все, то мы, может быть, ничего не достигли, потому что вклад есть каждого. Спасибо за поддержку, за понимание. После торжественных слов ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал коллегам об итогах визита в Сочи, где он принял участие в работе 11-го международного инвестиционного форума. Сегодня очень много говорят о системе открытого правительства. Вот в Сочи презентовали проект открытых регионов. И я хочу вас проинформировать, что Татарстан стал как бы площадкой, где будут этот принцип в виде пилотного проекта внедряться. Одним из актуальных вопросов ректората стало обсуждение формирования образовательных программ в КФУ. С докладом о состоянии дел на этом поприще выступила начальник учебно-методического управления Ольга Тимофеева. Она пояснила, количество разработанных образовательных программ в ВУЗе – это один из индикаторов выполнения программы развития. На 2012 год КФУ имеет 262 учебных плана. В целом это 17 873 учебные дисциплины. Из них половина относится к Институту филологии и искусств. Те программы, которые были перенесены автоматически, просмотреть их, обновить их, дополнить, может быть, там какими-то интерактивными формами работы, обновить литературу. Это первый момент. Те, которых нет, запомнить. Таких довольно много. О создании и использовании электронных образовательных ресурсов в обучении рассказала директор департамента образования Галина Ившина. Электронные ресурсы активно применяются при дистанционном обучении. В свою очередь, дистанционные курсы будут доступны всем с единого источника. Для этого был создан пилотный проект в разделе образования на сайте КФУ. Например, если мы возьмем институт физики, то здесь есть лекции электронные, например, Алан Лиман, видеолекции, методические пособия, они также в разных форматах выставлены на сайтах. И есть полезные ссылки. Директор информатизации и связи КФУ Дмитрий Бурмистров рассказал об установке лингофонных кабинетов в университете. Всего планируется поставить оборудование в 37 аудиториях КФУ. На сегодня работы выполнены в 27 кабинетах. Однако есть проблемы в использовании приборов. Ректор КФУ дал указание сформировать комиссию по выявлению недочетов. Посмотрите, насколько там ваши преподаватели, насколько они удовлетворены установкой лингофонных кабинетов, я условно говорю, допустим, на его паке, на химпаке, либо на писаке. Значит, тогда комиссия будет возглавлять директор института языка. Тогда мы вернемся к этому вопросу. Олеся Шарафутдинова, Ленардо Влетьяров. Специально для Универньюз.